Это конкурс костюмов на выставке Евразия 2015. Прикол здесь заключается в том, что эти странные люди не только сами себя наряжают в странные костюмы, но еще и издеваются над собственными собаками таким вот странным образом. Вот сейчас здесь все выглядит еще достаточно скромно. Ну, в общем-то, идут дети. Но дальше все станет куда более продвинуто. Почему в названии речь идет о женщинах, хотя вот есть здесь мужчины? Ну, потому что женщин здесь, конечно, подавляющее большинство, и мужчин, скорее всего, заставили принять участие в данном мероприятии. Действительно сложно представить, что какой-нибудь нормальный мужчина будет заниматься подобным делом. Вот идет молодая девушка с симпатичными ногами. Собака почему-то облеченная в макароны, хотя пес невзрачный, но мне кажется, что даже на нем не стоило так издеваться. Какая-то полулысая собака с выпавшей шерстью. И дальше у нас сейчас будет хит. Посмотрите вот на это желтое пятно, сейчас оно станет резким, и вы увидите, что это стаффорды в виде уточек. Я не люблю этих собак, у моей девушки когда-то был стаффорд. Но, честно говоря, я не думаю, что над ними нужно так издеваться, они же даже вот не могут нормально дышать. Вообще-то гордая бойцовая собака в такой унизительной роли, это ужасно. Вот чего я в этом конкурсе вообще не понял, это систему распределения мест. Ну, раз это конкурс, то места должны быть как-то распределены, и вот я вам сейчас подскажу. Вот это сейчас идет третье место. Вот здесь я сначала не понял, где собака, вот она. Вот это у нас финалист. Я здесь не вижу третьего места, но судьи, понятно, они, конечно, более опытные. Возможно, место дали за какой-то особый патриотизм. Вот здесь Снегурочка ведет собаку, которой к заднице прикреплена кукла в виде девушки. Это, наверное, такая политкорректность в отношении сексуальных меньшинств. Вот идет девушка в красном платье, в костюме пирата, мне она очень понравилась. То есть не столько костюм, как сама девушка. Вообще говоря, я думал, что она займет какое-то место, но в итоге она ничего не заняла. Потом профессионалы по этим конкурсам объяснили мне, что на самом деле это типа не хозяйка собаки, что делается так. Берется в модельном агентстве красивая девушка, наряжается в какой-то костюм достаточно дорогой, хозяева дают ей собаку, и вот таким образом они выходят на реку. Ну, не знаю, насколько это правда. Обратите внимание, опять же по слухам, эта балерина – это пахан конкурс. Ну вот опять понравившаяся мне девушка. Вот эта маленькая девчонка мне тоже очень понравилась. У нее наряжена только собака, видно, что ребенок занимался этим сам.
тоже классные костюмы, ничего не скажешь. А, да, опять эти уточки, да. Вот еще одно, конечно, сооружение. Расскажите, костюм, как вы дошли к этой идее? Кто вас подвинул на создание такого костюма? Дедушка был бы за Бог, и вы решили вот дать память дедушке, да? Ага, очень интересно. О, Господи, опять макаронные изделия. Интересно, все-таки собака изначально была без ноги или вот конкурс ногу отрезали? По ее поведению, честно говоря, не видно, что она привыкла скакать на трех ногах. Похоже, что не так давно это случилось. Опять собака со странной сексуальной ориентацией. Ну, у них у собак, кстати, часто так бывает. Еще одна собака без ноги. Может, в прошлом году выиграла собака инвалид? Что это у хозяина в заднице торчит? А, это часть костюма. Сколько? 2 недели. Ну, не так долго. Скажи, как ты раз? Откуда нравится?
Пеньки, откуда вы столько набрали? Из Курятника. По собственной Курятнике? Там кадром есть все, кто ответ имеет в виду. Пожалуйста, снимайте свой ответ, да? Ну и пока я уже объявляла для детей. Я думаю, это все-таки ее собака. Это злые языки, так они говорили. Но позировать она очень любит. В смысле та, которая слева. А сейчас, внимание, третье место. Собака, приклеенная ногами клеем к лошадке. Женщина проявила сообразительность, посмотрела рекламу про клей и сделала свое коварное дело. И здесь произошла ошибка, потому что на самом деле это цветочница, а молочница сидела левее. Мне и самому не показался костюм молочницы чем-то интересным. Этот выбор я бы еще хоть как-то понял. Ждем первое место. И вот он, победитель. Я, честно говоря, в шоке. Кто-нибудь может мне объяснить, почему выбрали эту страшную балерину? Иногда хочется спросить, сколько стоило это первое место. Сейчас попытаюсь осветить ее несомненные достоинства. Сейчас они, понятно, будут исправлять ошибку, уберут цветочника и поставят на место цветочника молочника. Очень красиво сделано. Цветочник, похоже, заинтересовался молочником. Девочка молодец. Женщина с помойным ведром на голове здесь стоит. Каждый ваш день вас украл. И чтобы у вас было больше, вот это.
процессу действия. И, конечно же, под аплодисменты зала мы прощаемся с этими людьми, которые внесли столько позитива в наши... Бедные, бедные животные. Фотосессия проигравшей. А если вам понравилось наше видео, подписывайтесь на наш канал бесплатно. И ставьте мне зайца.